В два раза сократилось время ожидания пациентов благодаря приходу бережливых технологий в Борскую поликлинику. Программа «Эффективная губерния» – это совместный проект правительства Нижегородской области и госкорпорации «Росатом». Он предполагает использование наработок госкорпорации «Росатом» по организации высокоэффективного производства в других сферах – социальной, образовательной или, вот как на Бару, в сфере здравоохранения. Поликлиника представляла из себя такую типичную советскую поликлинику с узким холлом, наличием большого количества посетителей в этом помещении, наличием таких очень непрезентабельных и неудобных в обращении шкафов, в котором лежат карты. Сейчас мы от этого от всего отошли, переместили гардероб в отдельное помещение, рассмотрели вопрос переноса картохранилища в помещение, где раньше была касса и выписка больничных листов. С такой бытовой точки зрения улучшился комфорт, с производственной точки зрения, самое главное, время ожидания пациента от момента его прихода в поликлинику до получения медицинской услуги. Первые раз не здесь были, а вот там были. Вот там. Там уголочек такой был маленький-маленький. А сейчас хорошо называется. С приходом бережливых технологий у нас изменилось то, что пациентам комфортно пребывать в нашей поликлинике. У нас есть питьевая вода, у нас есть диванчики. У нас есть приветливые администраторы, приветливые регистраторы. Вот это, наверное, самое главное на первый момент. К какому-то врачу пришли записаться? Ну, я пришла, я от невропатолога, у меня ремболгия. Я пришла в процедурный кабинет. На самом деле, это очень высокое давление. Да? 180 на 100. Обалдеть. Удобство в том, что запись происходит быстрее и качественнее. И вы сами видите, какая у нас поликлиника стала красивой, регистратура красивая. Ну, я думаю, что мы очень довольны, потому что приходим, записываемся легко и просто. Никак раньше нет таких очередей. То есть у нас уже время по талончику, определенные часы. Мы приходим, нам дают талончик, и мы к этому времени уже ориентируемся, когда нам подойти. По инициативе главы региона в Березовской области стоял проект «Эффективная губерния». В рамках этого проекта у нас как бы подошел проект по новой модели медицинской организации, та, которая использует бережливые технологии. И по данному проекту у нас будут включены в этом году более 52 медицинских организаций. Ключевой момент данного проекта о том, что она пациентоориентированная. То есть это новая модель регистратуры, новая модель работы участковой службы, новая модель забора крови. То есть все это встает на бережливые рельсы, все это оптимизирует полную работу.